Снова здорово. Канал Паша Ли. И что-то эта игра с первого раза вырубилась. Тут какой-то прикол на Unity. Прикол с кенвасом или с курсором. New game. Потому что я тогда выбрал New game, а получилось, что я вышел. Получается, ты курсором сверху нажимаешь, а выбор твой еще ниже. Ну, короче. Опа, кролик. Что нам тут делать надо? Мышка тут не надо. Хорошо. Мы играем девчулей-зайчихой. Вау, шляпа. Ух ты, чё? Я умею бросать шляпу. Замечательно. Shift не работает. Ага. Да ладно! Прикинь. Что это значит? Почему именно маска кролика? Это типа был чекбокс? Чекбокс, а чекпоинт. Или что? А, стоп. Надо траекторию. А можно как-то... Могу я поменять траекторию? Что? Что там было написано? Обратно вернуть. Блин. Как это пройти? Блин. Да якого? Якої шляпи? О! Я вроде понял. Только что-то она... От зараза. Допрыгни ты. У! Есть. Это было сложно. А дальше что? Ну ладно. Не. Ага. А чё я тогда не мог выбрать эту? Да блин! Да что за срака? Я, в принципе, догадываюсь. Ха-ха! Да блин. Yeah! Who is the best of the best? Это реально сложно, чуваки. Но задумка неплохая. Блин. Тут надо доработать с этой. С реакцией на эту шляпу, когда она в нее обратно запрыгивает, эту шляпу. Сразу же, после первого же нажатия, она опять могла ее кинуть дальше. А тут... А ну его! Блин! Да шо так? Буряк тобі в ухо, давай! Да шо ж такое?
шляпа. Ха! Я взломал игру. А теперь сама. Опа! Да ладно! Чего ж так сложно-то? А как это? Загадки. Короче, это реально сложно. Это прям сложно-сложно. Прям замудрили. Реально надо скорость реакции выставлять нормально. В общем, такая вот сложная игруха. Спасибо тебе за внимание, удачи тебе, пока.